Напомним, что зарплата за первую половину месяца должна быть выплачена в установленный день с 16 по 30 31 текущего периода, за вторую – с 1 по 15 число следующего месяца. Однако традиционно за декабрь бюджетники получат свою зарплату в полном объеме уже на этой неделе. Это означает, что учителя, врачи и другие сотрудники бюджетных учреждений республики, чья заработная плата зависит от регионального бюджета, не должны беспокоиться о своей финансовой стабильности. Правительством Республики Тыва принято все меры, чтобы внести изменения в бюджет. И с 25 числа уже перечисления заработных плат за декабрь начались, уже начали поступать средства. Хотел бы еще напомнить о том, что в соответствии с Трудовым кодексом заработная плата должна перечисляться не реже 2 раз в месяц и не позднее 15 числа месяца следующего за расчетным. Также министр образования и науки Тувы Елена Хардикова подтвердила, что учителя заработную плату получат в полном объеме. И первые деньги уже перечислены в муниципалитеты. Работа в последнее время идет очень интенсивная и на федеральном уровне, и на региональном уровне. И лично по поручению главы Владислава Тавриштаевича Ховалыга принято решение эти обязательства выполнить в максимальном объеме. И поэтому проведена очень большая работа. Вчера уже средства были перечислены в муниципалитет. Сегодня проходят там необходимые операции, операционные процессы и во вторник, крайний срок в среду, первая сумма будет уже поступать на личные счета педагогов. Заместитель председателя правительства Тувы Орлан Сарглар отметил, что вторая часть заработной платы работников бюджетных организаций поступит на их счета в четверг и в пятницу, то есть до Нового года. Мерген Оюн, Буян Мангуш, Чайхан Донгак, Хазамат Очур, телеканал Тува-24.